Ты не успела под музыку. Да, я не успела под музыку. Мы на канале Принцесса Спарта. Сегодня у меня соревнования, и мы едем в Волгодонск. Там мама еще переживает, как мы доедем. Прическа у нас уже готова. А ну-ка, не сделала стрелку с первого раза. Прям прогресс. И на третьем месте Шефева Дарья. Шефева Дарья, третье место. Я заняла третье место. Я на соревнованиях плакала, хотя так нельзя делать. И я немного расстроена. Мы не успели сделать мне макияж, потому что мы долго ехали. И это никак не повлияло на мое выступление. Ты не успела под музыку. Да, я не успела под музыку, и из-за этого мне сняли много баллов. Снимают баллы за не начатые ноги, за плохие элементы. Покажи нам свою грамоту. И вот что тебе подарили? Грамота. Еще нам подарили вот такой вот мешочек. Тут есть вот такое вот отверстие. Кармашек такой, да? Да. И внутри этого мешка полотенце с гимнасткой. Вот такое вот полотенчико. Очень красивое. И тут написано художественная гимнастика. Мы хотим сказать всем гимнасткам, чтобы они не расстраивались, потому что неважно, какое ты занял место. Главное, что вы должны анализировать свои ошибки и становиться все лучше и лучше. И вы должны обязательно верить в свои силы. Да, и надо обязательно работать над ошибками, чтобы в следующий раз зайти в третье место, например, а второе, первое. Ну а ты, если тоже любишь гимнастику или любой другой вид спорта, то...
подписывайся на наш канал, ставь лайк. А теперь привет!